93% сетей в Астраханской области принадлежат астраханскому филиалу компании «Россети Юг». Миссия компании заключается в обеспечении надежного и качественного снабжения электрической энергией, растущих потребностей экономики и социального сектора за предоставляемые услуги. По словам директора астраханского филиала «Россети Юг» Виктора Писарева, большинство электросетей Ахтубинского района на балансе именно его компании, с чем и связана рабочая поездка в наш город. Он предложил построить диалог в форме вопросов и ответов. Первым слово взял начальник сельхозуправления района Виктор Татаринов. Он говорил о трудностях сельхозпроизводителей. Технологическое оборудование, которое на сегодня этой сети и трансформаторной подстанции и так далее, защитные устройства, они вот рассчитаны уже на это потребление, да, на то, что у каждого по 300 киловатт. Плюс фермер, еще раз говорю, у него он точно так же выполнено в расчете на большую мощность. Когда идет теоретический расчет, подразумевается, что действительно сетевая компания должна провести какие-то дополнительные работы. То есть, да, будем так говорить, по-простому, где-то кабели большего сечения или линии провести, да, где-то, мы говорим, защитное устройство поставить, где-то трансформаторная подстанция. И вот по формуле из этого и складывается. У нас фактически формула есть, а расходов МРСК по соединению наш фермер фактически, наверное, не будет. Да? Поэтому просьба огромная. К этим расчетам, может быть, подойти более детально. О чем бы ни заходила речь, все равно дело сводилось к финансам. Кого-то не устраивали цены на электроэнергию, и люди хотели знать, почему в других регионах сельхозпроизводители за потребленную электроэнергию платят меньше. Интересовало и то, как сократить расходы, и кто может претендовать на льготное технологическое присоединение к электросетям. Директор астраханского филиала «Россети Юг» консультировал по каждому конкретному факту. Все вопросы общие. Да, это консолидация бесхозяйных электрических сетей, консолидация сетей собственников, которые сами не в состоянии содержать свое собственное имущество. Это надежное и качественное электроснабжение, поддержание его в надлежащем уровне. Везде где-то есть какие-то проблемные места, которые необходимо обратить более пристальное внимание. Это технологическое присоединение новых потребителей, увеличение мощности действующих потребителей. Безусловно, тематика она одинакова во всех районах Астраханской области. Вопросы электроснабжения интересовали не только сельхозпроизводителей. Люди жаловались на скачки напряжения в заречной части города, а также на аварийное состояние опор. Для того, чтобы решить эти проблемы, не обязательно обращаться к областным энергетикам. Для этого есть местные службы. Это можно решить на местном уровне. То есть потребитель пишет заявление, мы отвечаем ему на это заявление, и выделяется материал или закладывается в ремонтную программу, ремонтируется, меняются опоры, то есть все это решается на местном уровне. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Евгений Костюков, Ахтубинск ТВ.